Заходит, значит, в пивной паб в Ирландии техасец и говорит: «Слушайте, я слышал, что ирландцы большие пьянчуги, и я хочу дать $500 тому, кто выпьет 10 пинт пива». Посетители бара молчат, некоторые даже ушли. Один возвращается и говорит: «Я выпью 10 пинт пива». Выпивает, техасец с ним рассчитывается и говорит: «Слушай, а куда ты уходил-то?» Он говорит: «Ты знаешь, деньги немалые, я в соседнем пабе проверил, смогу ли я столько выпить».